пассажир в случае подъезда нелегального перевозчика к остановочному пункту садится в автобус, либо в машину, едет до метро. В момент отправления он звонит нам. Сотрудники ГИБДД останавливают эту машину или микроавтобус, или автобус и проверяют документ у перевозчика либо на осуществление деятельности такси, либо на осуществление на право перевозки пассажиров. В случае отсутствия такой лицензии или права на перевозок пассажиров, машина изымается на штрафстоянку, а водителю выписывается протокол и выносится административное правонарушение. На маршруте 1274К от ЖК «Солнечная система» до метро Ховрино работает 6 автобусов компании «Автомиг», 4 автобуса малого класса и 2 автобуса среднего класса. Пассажиры на автобусах имеют возможность доехать до метро Ховрино.